Привет! Так у нас Персик Лева с нами. Я давно с вами не был. Ну, вы меня будете снимать в следующий потом? После колье? Ну, скажем, да. У меня есть, кстати, новые очки, шлем. Ну, не шлем, а меч. Если вы хотите увидеть, быстрее подписывайтесь на канал. Итак, сегодня у нас будет то, что мне не нравится. Первое, что я очень люблю пить воду. Я не люблю пить чай, но мне бывает дают. Я очень люблю заходить в дом, как я хочу сейчас. Еще одно. Это уже будет том 10, у меня уже третий. Я не люблю, когда просто меня ругают. Четвертый. Я не очень люблю яблоки и всякую еду. Пятое. И я вот хочу спрашивать людей, а они мне не дают, говорят, нельзя. Я этого не люблю. Шестое, ну там 15. В общем, я люблю лежать на коврах, но мне не разрешают. Бывает. Седьмое, это сказано. Я очень люблю, бывает, полежать, но когда мне не дают, бывает. Да сейчас какое будет? Восьмое. Я очень люблю, то есть не люблю, прыгать с окна. Девятое. Я не очень люблю грызть игрушки, как я взрослый. Десятое. Я? Ну, например, если вы не слышали, там, я не люблю смотреть сказки. Ну, мы же 15. Так, дальше что? Шестнадцатое. Я не люблю, когда мне трогают вот это. Лапки. Ну, то есть, десятое. Одиннадцатое. Я не очень люблю ходить там в доме. Ну, мне скучно. Двенадцатое. Я не люблю лазить, как все многие. Тринадцатое. Я не люблю прыгать и делать всякие команды, ну, сидеть. Уже будет сейчас. Четырнадцатое. То есть, тринадцатое. Ну, четырнадцатое. Я очень не люблю показывать свои вещи, нельзя тратить. Ну, например, 15-е. Сейчас я вам расскажу самое то. Я не люблю просто видеть знаки, всякую грязь. Не ходить у помойки, где голуби. Не люблю, когда голуби ходят во дворе, когда голуби в дом ко мне заходят. Они мне все клюют, ходят в моем огороде и... То есть не на огороде, а как там называется, в саду. И голуби еще такие грязные, из помойки там вышли. Ну, мне уже пора прощаться, как мне надо поспать. Пока! Я вам в следующей серии покажу мой меч и очки. Пока!